Сейчас погодь. Ты хочешь за Орду перейти, что ли? Да, я попробую включить. Ну, если ты маг, можем встретиться в шатрате. У тебя же туда телепорт. Нет, я там не был еще. Вот, через Долоран, как раз здесь. Не, у меня тут... Мне на мейна надо, у меня там нет. Ну ладно, все равно хилай пока нет. В пати посидим, я буду кожевку качать, а ты там что качаешь? Я пока руду фармлю. Сейчас добью скоро до 300 ювы инджу. На пределе. Мифрил Торий. Я около черного рынка. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ох, чё, давай. Ливни там и спать, короче. Черный рынок, подходи, надо. Завтра идете. Ой, блядь. Ясно, я, короче, буду по чуть-чуть агрить и отводить подальше, нахуй. Я жду. Ау, ты тремор вообще обновляешь, блядь, или его один раз били, блядь, и я потом в луфферы бегаю? Скажи мне, пожалуйста. Кола поплялась, ебать. И ВК закончится. Валочка будет обновлять. Кирилл, я каски кидаю, да? Нет, каски я бахну. Ну, кулаки не пикать. Эти парни не могут молча уебать, да? Кто на зерне? Да, убьют рано или поздно. Там не прохиливаются? Ну, вроде на второй фазе, если кто подъедет, они умирают. От пожирающего плана. У них там сейвов дохуя, они просто не могут грамотно распределиться. Че, расскажите за оперу, с какого пола убили? Стоп, мы, наверное, с третьего бы убили, блядь, осталось 20 тысяч, нахуй, у босса. Знаешь, что почему? Стоп, убили вроде бы. Стоп, убили, да. Вообще, изи. Если косты не сбивать, такой простительский босс, просто простой. Нахуй. После того, как мы, блядь, хардкорили на нем, этот вот, с сбитием костов, мы пришли, блядь, и просто, ой, как плевались в потолок, нахуй. Накатачили, 300 пулов делали.
Кстати, вопрос. Настя тестила триньку с оперой, как ей на ретрике? Ебу, спросите у нее. Я не спрашивал. Что, Настя забрала триньку? Она вроде еще не тестила. Я вообще забрал Серега, он дал сначала Яше потестить, потом сам забрал, потом отдал Настюхе. Вот на коте вообще мусор, фу. Да, мне кажется, этот тринкет вообще в принципе может. Я иду по Настюхиного паладина, а Настюха идет за твой лок. Что? Еще раз не понял. Завтра на Нерубыча я иду за Настюхиного паладина, идешь за мог за ПК, а Настюха за твой лок. Нахуя вот эти все усложнять? Ну, чтобы, блядь, 50 на 50 сделать. А почему не может Кирилл просто напал, а Настя на лок? Ну, потому что Кирилл сам что проебался. Ну, я проебался на первом поле, самом. И то из-за того, что я не мог найти кнопки. А нет, там не я даже проебался, нахуй. Там, блядь, меня просто умерло от дебафа и от какой-то хуйни. Ну, в целом похуй, типа, может это Кирюха, но главное, чтобы не заслакали. Давайте уже плащи бас. Бля, хотите, я вообще варом завтра вам потанчу. Ага, расскажешь на мясы, блядь. Мясак расскажешь. Какие мясы, чё? Ни разу не мясанул. Ты 50 закрыл уже? Короче, ладно, это похуй. Завтра решить. Мне завтра надо по-любому этот. И ты в курсе, что мне нужна будет группа, блядь, с магика, нахуй? Типа, я ее буду брать. Я в очереди стою, я ее заберу. А где ты в очереди стоишь, скажи? Ебать, нахуй, солнышко мое, блядь, очередь, нахуй, до Мирая, блядь. А какая очередь, если ты, типа, лутал один кусок за ЕП, второй ты забирал бесплатно? Я второй не забирал, солнышко, я, блядь, его задонил, нахуй. А, точно, ну ладно. А почему ты очереди нету, тогда скажи мне? Не знаю, спроси у себя. Ты мог сам себе записать. Я уже удалил. Ой, зато такая русская жизнь, блядь. Мне нужна грудь обязательно, мне сичить нужно будет. Смотрите, что мне. Ну, блядь, сразу не вливайтесь хотя бы 2 секунды, сука, не станет нахуй, я не могу нихуя вообще сделать-то. Вы, блядь, игру открываете первые 2 секунды. Чё, в принципе, я всё настроил. На пола нихуя нету, вы, блядь. И стойте, блядь, все в одной куче, чтоб этот конь не чаржился далеко. Блядь, сейчас сдохну, я прожался. Прист, если ты в Одиссе, сколь там-то, пожалуйста, хотя бы там. Не, блядь, вот, блядь, в кару ходить за танк это зашквар. Вот, ну вот, сука, реально зашквар, нахуй. Какой же конченый трэш, блядь. На этого коня ебать. Самые первые жеребцы эти меч. Жеребцы и вот эти кони, это пиздец просто, нахуй. А лучше вдвоем, конечно. Да, конечно, вдвоем лучше. Блин, накиньте гильдию на сервис. А, кстати, они не стримят, нет? Там на вот на молчу. Приходи, попроси постримят. Стримят, они же у себя в DC на расстриме. Не, вчера они подрубали на Твиче, там нормально было. Кана, я не могу, я на маке. Кто-нибудь киньте в Сириус или другие. Что я могу скинуть? В ЛФГ плюсую, да, гильдию накиньте. А, давай. Ордой стал. Нормально, тебе. Спасибо. Так, тебя там, у тебя кто там основной, блядь? Если ЕП, то Шамелем привязан. Че, вот так? Как у Васи ник был? Такой же. Шамаелем. Ну, на английском, да. У Васи был такой же ник, как у Кан. Я понял, блядь. Все, вроде правильно написано. Так, а что там по ИП-шке? У меня 4 косаря, ебать, надо врываться в топчик, блядь, уже. Надо еще одну печеньку с десятки спиздить. Нужно сходить кое-куда, мне кажется. А не с десятки печеньку забрать. За картой, что ли, сходить? Помещение? Да. Думаю, это трехбуквенное указание.
нахуй. Бля, как же я удачно в кратер Нгура зашел, прям на каждый. Сейчас бы у людей, блядь, ну, токены забирать нахуй, когда есть карта, блядь. Ну, вообще не хороший человек. Что, у вас на следующий когда получается гнев или нет? Или это не так работает? Ну, ну в смысле, да. Люди этот. Да. Драконий буч. Да, мы будем. А ты на май еще, да? Ну-ка можно секундочку пати чисто принять, или ты там что-то занял? Вам там АПК, ну. Ну-ка, ну-ка. Да. Так, блять, если... А, ой, блять, ну... А рейд можешь ебануть? Бля, мы же в реге были, ну ладно. Гляньте, эти АФК нахуй, челы на хилах, это пиздец, блядь. Бля, нихуя не работает, ладно, стоп. Ладно, вот сейчас, ладно, похуй, все, все, спасибо большое. Извиняюсь, что за это. Все, ладно, парни, всем спокойного рейда, чтобы Кирюха не горел. Не, я сейчас это, я только на морозе прозвучиваю, когда забирать, и... Чем? Я бы, ну, вот опять после нет не ставил. Ну, короче, когда рейда, до завтра. Я завтра познаю, помнишь, что я тебе говорил? Полный. Ну, на 20. Тебе, кстати, в гибриде... А, не, не обязательно. Можешь там практик кончить. Да не, могу в ГЗК спекать. Не, у нас типа жертв похер. Есть. Там похер. Кто есть? Энд. А. Где 10% ФП? Так Энд дает 10%. А, ты что, ничего не понял. И Мильхас тоже дает. Совместный Володя получается. Не забыл, я забыл, что они отправляются. Просто, блядь, никогда их нету, и они такие в основном бесполезные. Так, это весь трэш был, да? Ну, не знаю. А еще рыба есть или мне ставить? Что-то оставайся, оставь. Ах, ладно. Есть. Ну, если есть, то ставь мне немного ставьте. Так, что там у нас есть баунт, масса крава и... Один мастер. Больше нихуя. Один мастер, если что. Пойдем. Мелкий, ты тут? Да-да. Ну, тут, ну, сауры наказ будешь под муки, если надо будет, и когда я скажу, заберешь Shadow Protect и нажмешь на манки, ну, или там Сакру, соответственно. Забрать кого надо? Shadow Ауру, нажать ему. Хорошо. На вечные муки, это вторая фаза, когда он сконеслись. Да ладно, Серега. О, нормально. Ну, поехали. Ой, бля. Бегается чел. Дай по вот этому энху кулак. А по залу купень. А чё, да, не понял. 5, 4. Есть уже жреца, есть жезл. 2, 1. Блять, Минск, заебись. Начало.
Серьезно? Ой, блядь, Найс подиспелил щит. Блядь, ну в принципе вы ему нихуя не сказали. Блядь, это жестко. Это реально жестко. Дай ему срез. Блядь, тут добежать нахуй чуть-чуть. Надо диспелить только на второй фазе. После 50% босса. Ну, когда переведем. И то не обязательно, потому что я не попал. No mercy, блядь. Походу этот чел на магии откис. А, он релогнется, ладно. Я рыбу кину. Блин, зато с долгоногом, нахуй. С долгоноги наши все. Когда появится на танках какое-нибудь масло, там, астамин какой-нибудь? Я давно спрашивал об этом. Лучше на АП масла нету. Плюс тебе гру. Ты все равно СПД мажешь. Нахуя мне АП на ДКшника? Уже лучше СПД нахуй себе намазать нахуй. У меня, блядь, все скиллы в основном это магия, нахуй. Думаешь, СПД влияет? Ну да. На койл, на ЛП влияет. Проверял? Ну, как-то давно еще на циркле. Что тестил такое. 4, 3, на циркле 2, это серьезно. Тебе больше хочу, могу сказать. Я и на этого... Ну, на похуй пускай так стык. Я и на... Как его, блядь? Ага. И на ретрике СПД тестил когда-то на... Кана, смотри, я сейчас больше этого мага дам. 227 чек. И тоже фэр. Это была ошибка. Кто-то сорвал? Нет. А что такое? Он развернулся, тупо въебал рейд. Понял. Но мне казалось опять, что здесь понял. А почему он дернулся? Это я что ли, блядь, дернулся, или это он дернулся? Нихуя не понял. Не, гро вроде все нормально было. Там по игру нормально все было. Не могло гро. Мне кажется, это он дернулся просто. Хуй его знает, короче. Сейчас, ладно. Эту грозу поставлю, а буду смотреть. Да не, там, да, где там, блядь, до ближайшего было, это Ванисела, у которого там 120 тысяч игра еще надо было набрать до срыва. Ой, даже больше вроде. Все готово вроде. Барометр. Лобстер. Ну да. Да милишников может купил бы. А, не купил бы, нет, понял. А, вот он когда не попал, гениально. Что вы дохнете? Ладно, я есть баундом, и буду.
А у вас тут ДПС, блядь, вообще нихуя нет. ДПС, блядь. РБК, нахуй. Точно такой же. Какой точно, блядь, ты прикалываешься, он труд 5к дает. И вы по 8. Блять. Стопните ДПС. Да уже не надо. Еще галопом задел. Пизду нахуй. Берегитесь. Сколько у меня метки сейчас? Раздайте БР. Подруги. Да там сейчас галопом миликов задевать не будет. Не надо, блядь, босса по-другому поставить. Так. Все нормально. Вы можете печеньки ставить? Ну, чтобы, блядь, до вас галопом не доставал. Берегитесь. А мать типа АФК или что? Ой, блядь. Чё, это пизда. Берегитесь. Один вопрос, почему он сейчас так стал охуенно? И первое, что там произошло, я уже не помню. Нас убило двоих друидиса мага. Это галопом, наверное. Ладно, маг что-то почему-то даже не встал после БРа, хуй его знал. Ну, второй фазе, станьте, блядь, прижмите все к стене и станьте ровно в печеньку, блядь, пожалуйста. Ну. Если такая вот ситуация будет, я не знаю, почему он, блядь, вот так вот вас начал смотреть, нахуй, вам надо будет отбежать в бок, нахуй. Либо это рип будет. Это переживется, нахуй, только под сокрой и из баунта, если так побежит. Еще раз, вот на том, котором мы метим, еще лакнемся. Лодька, ты можешь файл-резист ставить? Володя. Давай читал тогда, я просто оставлю тотем на ману. Потому что файл-резист на ману перебивается. А, тау, нет, похуй, оставляй ты. А чё, не хочешь по это по дисплей? Я поставлю. Тебе, может, потом там тотем на приливов юзать ману ведь. Короче, заберитесь, там файр-резист нужен, потому что галоп это файр урон. Да я поставлю потом. Кирилл, а не хочешь это? Практики, где люди разбегаются. Хуйня. Там дисплейлись только зато можно. Ну это да. Да, да, похуй, я из баундам на первой фазе. Главное, чтобы он галопом не запрягал на второй. Вот как час он только что сделал. 4, 3, 2, первый раз вообще 1. Такое вижу, что он так сделал. Ну, встал. Ну, вообще, типа, как хотите, мне похуй. Я вообще сюда пришел так помочь. Yes. Здесь пальте вара. Пальте вара, чисто вара. Да не ебать, я даже избаун даю. Это в Днепр... Ай, блядь, короче. Поворачивай нас. Умирай. Короче, я буду говорить, кого диспелить. Главное, нажмите диспел. А как ты это замещаешь вообще? В кого бежит? По агро в скаде. По агру?
Да. В фреймах по агру видишь? Ну, ставишь скада, угроза и смотришь третьего человека в списке. Третьего в списке всегда. Почему в скаде, а не в умане? Потому что у меня скада, у меня нет умана. А, все. Просто нет. О, я тут передамажил канал. Тресните. Типа, если хотите, можем разбежаться, но я не шарю, какой там диспелить. Хули там шарить? Босс танчится в центре, все стоят на попу круг. Вот все. Нет, а дух что, всегда на третьего бежит? Вроде как, да. Ну, я не знаю, первый раз слышу. Тоже первый раз слышу. Вот Андрюха в Альморах ходил, он говорит, что он так дисплеит. Сейчас я проверил, я был третий по агру, меня дисплеили, все нормально было вроде. А, ну тогда вот, вообще изи, даже можно не разбегаться. Просто дисплеить как про. 5, 4, 3, 2, 1. Там, блядь, 3 секунды на дисплее есть, можно 2 раза дисплеить. Мага диспел. Не, вот иду тогда чуть подальше. Мага-то с диспелли, а остальные еще нет. Шерпай. Берить не мне. Ну забери. Я умру. Топните без пайс. Поставлю. Типа резист есть? Есть. Вроде нормально. Берегитесь. Че, убьем, да, там? Угу. Вики, да, отойдите в печеньку дадите быстрее. Нет. Ладно. Берегите. Давай сокру мелкий, быстрее сокру дай. Берегитесь. Блять. Полочка, 2 шага назад. И еще. Вот так. Так, сейчас нормально пустить голову. Да. Сильно не дамажит. Да вроде, блять, ну правильно, все. Не должен вообще дамажить, когда вот так он стоит. Растите пищи. Ну так, значит, что типа мало. Бля. Не, там нормально, когда он стоит бежит. Он у вас понимает. Это походу опасно. Не, нормально. Это в другую сторону. А вот. Ну ага, все, он перебежал на ту сторону. Че, не здесь, руки мать. Ну ладно, я дам избавок на всякий случай. Короче, с третьим по агру, походу, рабочая схема. Получается, надо? Получается так. Блять! Рев капнуло, да, хорошо. РДТ, вы там уже не обязательно стоит пищи. Если что.
Берегитесь. Берегитесь. Ну, там на топости только что потекает. Берегитесь. Глоб, кстати, ваншотит, блядь, прям в ноль здесь или как? Я помню, на X1 экстремент пытал там. Надо проверить под самый конец. Берегитесь. Один интерес. Там вроде... Если хочешь, могу зайти под ебало посмотреть. Не, не надо, я сам потом проверю, пацан, и понял. Ну, под незыбкой можешь проверить. Просто, скажем так, интересно. Нихуя, блин, что такими питаешь? Берегитесь. Ну, так его, блядь, прямо в дверь надо, сука, поставить, и вообще, ну, охуенно, и ничего не поясните. Берегитесь. Не, под незыбкой неинтересно, надо посмотреть вообще, без сейва, типа, проживается. Да, давай не надо. А сколько написано в цифрах? Голоба. Ну, я не знаю, там вообще должен быть. Он ваншотил просто, ну, типа, на гигантности. Здесь вот, типа, они коржан немножко переделали, вот мне, типа, интересно. Чего ты это, наверное? Всё, я на вот этом галопе, блядь, буду, не буду отходить. Попроси кинуть дотки и стопнуть ДПС тогда. Блядь, стопните нахуй чуть, стопните, дайте галопа кассу, все равно добьёте. Опа. Он вообще меня не ударил, вообще меня не ударил нахуй. Че за нахуй? Запястья и запястья. Ну, запы, кстати, я забил, наверное. Да, запы я забил. Которые эти... Ну, на Барамир можешь кольчужную дать сразу. Стань, короче, сюда. А, нет, там же... А, нет, Зау еще ж надо. Да, вот. Потяни лок, пусть локом, слышишь? Давай. Стань, Ваня, с моей стороны, с друидусом. Ваня, ну, да, станьте, короче, все вот тут, допустим, печеньку. Ваничелло, око свой вот этот глазик ебучий. Иди там пачки 3-4 сакри и сюда веди. Пачки 3-4, блядь, не по одной, но типа по одной, он нормально это срагрил люди. Ну там, если ты подходишь прямо во фрейм, оно, да, оно не исчезает, его убивают. Тебе надо там рядышком просто, типа, райт-клик делать, правой кнопкой, и отбегать сразу от этого ломба, либо он тебя убьет. Этот глазик. Типа таким макаром. Иди и сейчас готовься, новых будет вести. Я скажу когда. Ты чё, трэш слабее, чем в обычке, что ли? Нет, такой же. Зачем ты в танк спекнулся? Не знаю, сюда спекнулся. У меня в панхолике. Мне не надо. Сейчас же мороз. Да я про трэш говорю. На трэше в сове был бы лучше дыма. Грозой там с торопом. Пусть поддержку. Ну да, мало ли, я откисну, блядь. Введи еще пачки две. А, ты уже привел. Блять, ты
предупреждает, потому что если у меня лужа в КД, ну, короче, то волохня может быть. Такая конкретная. А это не ты, понял. Ну предупреждайте, кто там пулит мобов, типа. Хотя бы чуть. Я ж ебаный ДК, типа. У меня масса гром многое решает, ну, начальная от лужи. Пока идут. Там первое место ДПС, да? Повихрюй с собой шипешника. Тут как бы да. Где мой пет, блядь, стоит? Че я взорвать его не могу? Что за хуйня? Где он, блядь? Петух ебаный нахуй. Опа, сейчас будет бах, нахуй, смотри на ДПС. Хуяк на. Жмись, говорю. Бля, как умею. В смысле, блядь, жмись нахуй, ты ебанулся нахуй. А хуя. Ты шо, без маны, блядь, был? Как тебе сказать? Я в хере простоял 10 секунд. Так а чё ты молчишь, блядь? У нас два шамана, они что, тремор не могут поставить или что, блядь? Это варовский хер был, модный. Ой, блядь. Медведя держать, держать медведя. Вагоны, блядь. Ну я хуй их заберу. Чё с босса выпало? Две пары наручи. Кольчу. Не, кольчужная, фастак, крип СПД. Не, фастак СПД МП5. И танковский. Вот. Хрень, короче. Не, наручи танковские пойдут. Блин, мастерские пойдут. С МП5? Да. Фаста есть и похуй. Поставь интеллект, да? Два важных стата, да, впало? Да. СПД тоже, но СПД набирается от шмотки, типа. Ну так она интеллектом же СПД бахает, да? Тоже. Ну интеллект тоже, это 3 НТ, по-моему, одно СПД вроде упало, если не ошибаюсь. Вроде как-то так-то работает, я уже не помню. Ну, друиды, соответственно, задание. Забирать вихри этих. Тех, кто в МК. Ладно, похуй, пошлите наверх. Нужно больше ясти. Дай смотреть, куда уже спугнул. Сейчас станете все за стену. И тоже глазиком аккуратненько так. Веди вот этот. Трех мобов бы убить. Да это похуй. Они сами умрут. Со временем. Веди те, которые на морозе. Глазика. Стойте только все за углом. Можешь почти большую часть комнаты агрить. Просто бегай и агрить. У нас гнева не будет. Лучше пол комнаты. Да типа ваничел и шипе же есть вроде, не? Он без шипе играет. Ну шипе рыба. Гнев, блин. Блять, касочку бахнула. Теремка. Купол. Сейчас ворвусь топ по ДПСу, чекайте. Сейчас будет нахуй бах, блять. Опа, нахуй. Блять, я встань, нечестно, нахуй. Еще веди. Теряем время, пока стоим, бьем 2-3 мобов. Ебите тех, которые... Ох, блять, сейчас сдохну, нахуй. Чё никто не... Это, блять, мелкий, нахуй, шо тебе там такое, блять? Я тебя бастал, дал, ты живешь. Блять, я чуть не умер, но. Тони ж бастаундал. Ну и сейчас будет бах, на. Сильный бах. Как думаешь, сколько медведь проживет, если он пойдет и на... Ба. Смешки.
Да на нем там немного моба. Почти все на мне. А ну, Мишка, давай проверь. Кинь на поле палу. Да, боится. На нем. И Нинар, блядь, на тебе там три мамая, вроде бы. Давай, кидай быстрее. Пока мастан был. Он дал уже. Мне кажется. А, все, хорошо. Ждал 20 секунд назад, по семье нагнал. Это я слепой. Ты весь трэш привел? Да, вижу, весь. Как там воспроизводители с энрейджем? Станьте. Нифига себе. Вот эти вот станы, сука, вот этих вот фантомный распорядитель, сука, на 4 секунды, это пиздец просто, нахуй. По 17, блядь. Это не стан, у них энрейдж, смотри, видишь? Он жесткий вообще. Нет, мне въебало оглушение, типа вот это вот, на 4 секунды, нахуй, и он мне в спину захуярил, под энрейджем по 17 тысяч, вот, для того, я вдох. А я хотел пойти последнего в амбассаге. Как раз этот момент стан въебал. Уз какой-то у тебя некрепкий. Ну да, просто так. Главное, чтобы жизнь крепкий. Здоровый, самое главное. Да, самое главное, здоров. Этот Blade Fury самый танчик будет, понимаю. У тебя символ на таунт есть, я надеюсь? Угу. Можешь не анонсить ничего. Окей. Единственное, что лучше бы ты на мобах постоял. У тебя служа угроза ебись будет. У меня вообще сейчас Блада нахуй. И Вара нахуй лучше бы ты забрал вот этого Ференса ебучего. Гоу скипнем. Он без драугера хочу.